back in ETV. Добро пожаловать на Балкон ТВ в Санкт-Петербурге. Меня зовут Данила, и сегодня у нас в гостях Академия странствий. Здравствуйте, ребята. Скажите, долгое у вас путешествие было к нам на балкон? Путешествие всегда бывает долгое. Много песен сочинили во время этого путешествия? В Академии сочиняют не только песни, но и инструментальную музыку. У нас очень много музыкантов, которые участвуют. Вот сегодня мы в таком небольшом составе. Вообще у нас от двух до бесконечности. До плюс бесконечности. Как сегодня песня называется, которую вы нам исполните? Сегодня мы исполним песню «Иванов день». Это народная ижорская мелодия. Я скажу для тех, кто не знает, Санкт-Петербург стоит на земле, где до еще его основания проживали разные народы тысячелетия, многие века. И в частности, вот такой народ, как ижоры. И мы сегодня сыграем старинную, древнюю почти песню «Иванов день». Она на ижорском языке называется «Хилма». Это наш такой авторский перевод по мотивам народной песни. Ух ты, интересно слушаем. Плывет над рекой холодный туман, он черной водой сделалась объян, что ж сердце от песни мне грустью щемит, или петь эта ночь о тебе не любит. О времени давнем, о доме родном, под солнечным небом, где сад под окном, где лес подступает вплотную к нему, где ветер качает на листьях леса. Где темною ночью Ивановым днем волшебная скрипка играла с огнем, их музыка искры, летящую вдаль, горела и таяла в сердце печаль. Холодный туман, он черной водою заделался пьян, что ж сердце от песни мне грустью щемит, или петь эта ночь о тебе не велит.
спасибо большое. Я тут присяду рядышком. Скажите, пожалуйста, есть ли некое сообщество или какое-то, ну, группа людей, которые занимаются вот в принципе такой эстетикой, ну вот древнерусской и прочее, вот просто зрители наши, вы скажите, откуда вы черпаете вот вдохновение? В Питере очень много, в Санкт-Петербурге много людей, которые занимаются подобной культурой. Относительно много, конечно, их хотелось бы, чтобы было больше, но достаточно много людей. Даже проводятся фестивали у нас старинные. В Петербурге, например, проходит фестиваль «Волынщик», который не посвящен волынной музыке. Там собираются и фолк-рокеры, и фольклорные коллективы, и фолковые коллективы. Играют и западноевропейский фолк, и наш местный фолк тоже. Поэтому мы общаемся, мы проводим свои концерты, мы собираемся на фестивале, обмениваемся какими-то песнями, материалами. Мы живем этой музыкой. Я думаю, что, наверное, есть целое сообщество, которое... Помнят, что здесь была Ингерманландия. Это Ижорская земля, это древняя земля. Века здесь жили народы, были деревни. То есть, в принципе, всем желающим, так сказать, соприкоснуться с этим искусством, ну, с такого рода искусством, да, как-то познакомиться с этим, им, они смогут вот перейти по ссылке, да, которая у нас там будет под видео? Да, и найдут. И все найдут, да? Все интересующие, да. Спасибо большое. Конечно, у нас... Наша задача Академии, мы же странники, мы несем разную музыку, разную культуру. И в том числе, вот если это заинтересует, вот так, у нас совершенно, у нас инструментальная музыка есть, и древние песни, и современные, и так далее. То есть вот, если заинтересует то, что мы сегодня принесли, то это будет очень хорошо. Я думаю, что безусловно заинтересует. У нас в гостях была Академия странствий еще раз. Это были Balcony TV Санкт-Петербург. Огромное спасибо отелю «Три моста». Друзья, до встречи. Пока. Любите фолк-рок.